Когда тяжело и сложно, важно найти тех людей, глядя на которых, становишься более сильным, уверенным, здоровым. И я специально попросил, чтобы на моем телевидении Вита ТВ выложили фильмы «Подвиг военный», «Подвиг спортивный», «Истории выздоровления людей от рака», «От серьезных заболеваний». Это великое и самое глубокое лечение. И когда вы посмотрите эти фильмы, я уверен, что в вас появится уверенность в выздоровлении. И вы справитесь со своими проблемами. И после выздоровления будете чувствовать себя еще лучше.